Антимигрантские выступления не прекращаются в немецком Хемнице две недели спустя после убийства 35-летнего местного жителя, в котором обвиняются выходцы из Сирии и из Ирака. В пятницу по призыву ультраправого движения «За Хемниц» на улицы вышли около 2000 человек, скандируя «Это наш город» и «Народ – это мы». «У нас нет проблем с иностранцами, если они интегрируются в общество, если они работают или хотят работать, и если они не навязывают нам свою культуру. Вот в чем вопрос. А люди боятся, потому что ситуация с безопасностью все ухудшается», — говорит этот демонстрант. Альтернативную акцию организовала инициативная группа «Хемниц. Свободный от нацистов». В ней приняли участие более 500 жителей города, выступающих против ксенофобии и расизма. «Думаю, что события в Хемнице показывают, наша демократия в опасности. Центральное правительство должно со всей ясностью продемонстрировать, что так не может больше продолжаться». Масло в огонь подлило высказывание президента Федеральной службы защиты Конституции ФРГ Ханса Георга Маасена, который в интервью газете «Билд» выразил сомнение в достоверности информации о травле ультраправыми иностранцев в Хемнице. Это вызвало возмущение многих немецких политиков. Лидер социал-демократов Андреа Налис заявила: «Прежде чем делать публично такие заявления, господин Маасен должен представить доказательства. Его прямая обязанность – разоблачать и выявлять противников Конституции, а его высказывания идут вразрез с этим, если он немедленно не докажет обратное». О травле иностранцев в Хемнице говорила ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель. Пресс-служба правительства настаивает на том, что видеокадры с нападениями на иностранцев – неопровержимое доказательство экстремистских настроений протестующих.